удивительный житель 20 века, француз, летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери когда-то сказал: «Достаточно услышать любую народную песню 15 века для того, чтобы понять, как низко мы пали». Это говорит не музыкант, не философ, хотя и уникальный философ. «Маленький принц» – это реализация мечты любого философа в истории человечества. Написать великую книгу по философии, которую можно прочитать детям. Он сказал это о музыке. Ему, как не музыканту, как не профессионалу, как удивительному экзистенциалисту, поэту планеты людей, можно верить. Но почему он так сказал? Мы можем ведь продолжить эту идею. Мы можем продолжать говорить о том, что слушать музыку далекого прошлого – это не музей прошлого. Это не общение с кем-то, кто ходил в парике и жег свечи. Это необычайное воздействие для гармонии, для постижения извечности человека.